Здравствуйте, вы смотрите проект про красивую жизнь. Мы в магазине «Мишель» на улице Радищева, 23. И мы уже знаем, что основной ассортимент магазина – это коллекции французских дизайнеров. Это вещи класса люкс для утонченных и стильных дам. А сегодня здесь мы проведем презентацию немецкой марки с итальянским прошлым. Компания Марк Кейн была создана в 1973 году двумя братьями – Хельмутом и Роландом Шлоттер. Сегодня это международный бренд со штаб-квартирой в Германии и магазинами в 58 странах мира. Марк Кейн выступает за инновационное мышление, но в высоком качестве вещей и безупречном крое остается верной себе. Каждый сезон компания предлагает две линии одежды. Повседневная дает собственную интерпретацию главных мировых тенденций моды. Спортивная делает ставку на комфорт, практичность и молодежное настроение. Одна из ведущих идей марки – гармония противоположностей. Дизайнеры сочетают противоречивые детали в одной вещи и противоречивые вещи в одном комплекте. Одна коллекция может стать источником множества самых разных образов. Увидеть, понять и почувствовать на себе, что такое неповторимый стиль Марк Кейн, теперь могут и жительницы нашего города. Сегодня мы представляем новую дизайнерскую марку комбинированной женской одежды из Германии Марк Кейн. Марк Кейн – это все самое современное – дизайн, ткани, технологии пошива одежды. Компания подвергает серьезным испытаниям используемые материалы и гарантирует качество. Девушка, выбирающая Марк Кейн, любит выделяться из толпы, но делает это естественно и без труда. В коллекции 2012 года есть яркие экстравагантные модели и базовые вещи спокойных тонов, но основной принцип – комплектность – неизменен. Это максимальная сочетаемость моделей. В коллекции есть полоска, горошек, леопардовый принт и цветы. Даже такие популярные растиражированные узоры компания преподносит по-новому. Не говоря уже о собственных уникальных разработках, необычных сочетаниях материалов и новаторском крое. Марк Кейн в производстве одежды использует натуральные, проверенные временем ткани – шелк и шерсть, кашемир и хлопок. Все материалы после покраски проходят многоступенчатое тестирование на гипоаллергенность. Это по-настоящему немецкий, педантичный подход к собственной работе. В коллекции «Весна-лето» естественно несколько стилевых направлений. Одно основывается на сложном образе австрийской актрисы Роми Шнайдер. Это сдержанные вещи глубоких синих и серых тонов. Другое вдохновляется летней темой цветов и фруктов. Третий настаивает на том, что главное – комфорт, и предлагает вещи разных цветов, но из трикотажа и денима. Каждая коллекция Марк Кейн – это коктейль, в котором смешиваются, казалось бы, несочетаемые детали и стили. Костюм демонстрирует, что дизайнеры не боятся даже самых смелых принтов и цветов. Легко и гармонично здесь соседствует леопард с полоской, бежевый фон с яркими цветами. Беззаботно фантазировать позволяет форма. Рукав 3/4 – единственное отхождение от стандартного кроя. В целом силуэт прост, как и полагается настоящим вещам класса люкс. Материалы тоже подтверждают уровень. В комплекте использованы шерсть и хлопок. О том, что горошек станет главным принтом весны, стало известно еще полгода назад. Женщин, которые со скепсисом относятся к этому легкомысленному рисунку, такой наряд наверняка убедит. В основе серый цвет и классический фасон, поэтому комплект отражает скорее глубокий внутренний мир и серьезность, чем непостоянство женщин. Даже крупный бант здесь по-офисному сдержан. Крой выверен с ювелирной точностью, юбка и пуловер обеспечивают свободу действий и при этом очень плотно облегают фигуру. Ну, комплект на самом деле очень красивый. Мне вообще, я очень люблю горох. У меня в гардеробе много вещей в горошек. И, в общем-то, в нем очень комфортно. Как вы видите, ничего не стесняет движений.
Для притягательного образа не всегда нужны яркие акценты. Этот наряд выглядит аккуратно и дорого, хотя его составляют вещи одной цветовой гаммы, причем совсем не броской. Благородные и сдержанные тона раскрываются в качественных материалах. Замысловатый раскрой юбки уравновешивается простым силуэтом кардигана. Натуральная шерсть в его составе отлично пропускает воздух, сохраняет тепло и практически ничего не весит. Приятен для тела и легкий топ, сделанный из смеси хлопка и кашемира. Этот гармоничный образ для настоящих ценителей. Марка названа в честь ее главного дизайнера, итальянца Марко Кейна. Он не боялся экспериментов, в работе и повседневной жизни был смелым и энергичным. Он прожил яркую жизнь и погиб в автокатастрофе за рулем своего Феррари. Нет ни одной фотографии Марко Кейна, потому что его на самом деле не существовало. Это корпоративная легенда, лишний раз подтверждающая нестандартность мышления ее авторов. Дизайнер Марк Кейн признавался, что находится в плену у двух страстей – красивых, хорошо одетых женщин и быстрых автомобилей. Возможно, именно эти две слабости породили сильный девиз его компании – «Искусство жить и любить». Поклонницы марки – это женщины, открытые для всего нового и умеющие ценить каждое мгновение. И пусть дизайнера не существовало на самом деле, девиз уже почти 40 лет работает. Это платье принадлежит к направлению «Веселые цветы», но выглядит не так несерьезно, как следует из названия. Яркие пятна розового, салатового и фиолетового не упрощают образ, а наоборот, придают ему объем. Силуэт в противовес расцветке довольно прост, а смесь натурального шелка и вискозы гарантирует идеальную посадку и безупречный внешний вид в течение всего периода носки. Фирменный принцип марки «сочетание несочетаемого» проявился тут в подборе пояса. Снежная расцветка и принтом контрастируют змеиная кожа и заклепки. Замысловатый фасон уступил в этом комплекте свое место качественным материалам, безупречным деталям и цвету. Макрофотографии флокса, тюльпана, георгина и розы составляют красочный коллаж на футболке. Благодаря современной технологии нанесения рисунка, принт демонстрирует настоящий 3D-объем. Наиболее ярко выглядит эффект на белом фоне. Брюки относятся к направлению, названному «прохладные страны», но благодаря своему фасону и цвету легко войдут в состав даже самого жаркого и оптимистичного комплекта. Джинсовая тема этой весной будет непростой. Вещи вытерты, раскрашены, художественно обесцвечены, и все это создает модную сегодня иллюзию – эффект искусственного старения. К такому псевдонебрежному стилю подойдут трикотажные пуловеры, хлопковые рубашки, а обувь и аксессуары рекомендуют выбирать коньячного цвета. Спортивное направление марки Марк Кейн, как и остальные, весьма противоречиво. В этом можно убедиться в магазине «Мишель». Толстовки для бейсбола отделаны романтическими воланами. Демократичные потертые джинсы окрашены в нежно-розовый цвет. Это смелые эксперименты, которые не переходят разумную черту. Вещи приятны для тела и для глаз. Активное динамичное направление все равно остается женственным и легким. Ключевой цвет спортивного направления серый совсем не скучен благодаря разным фактурам и отделке. В хлопковых джинсах он искусственно состарен, в куртке усложнен необычным кроем. Вещь демонстрирует микс романтики и стремительности. Трикотаж и молния принадлежат к одному стилю, розовый цвет и рюши не просто к другому, а к противоположному. Рисунок на футболке будто заимствован из походного блокнота художника. Там и заметки на полях, и зарисовки с натуры. Спонтанность этого наряда и каждой вещи в отдельности очень точно продумана. Стиль одежды повседневный, но тем не менее довольно интересный.
Главным принципом создания коллекции служит идея комбинирования. Комбинируя вещи между собой, можно создать любые образы, ни на что не похожие, узнаваемые и неповторимые. Компания Маркейн не позволяет себе использовать недорогие, легкие в работе синтетические ткани, но это не ограничивает ее возможностей. Благодаря инновационным способам обработки материалов даже хлопок может стать неузнаваемым. Тому подтверждение комплект сложного серого цвета. Потертости, особый способ нанесения цвета и жировка в местах швов придают ткани сходство с кожей, а вещам модный поживший вид. Эксклюзивность материалов подчеркивается и деталями. На жакете без лацканов – молния по всему краю. В простой, на первый взгляд, юбке – несколько фрагментов кроя. Замечательный комплект. Ходить в нем можно каждый день, но, с другой стороны, он не скучный и в нем очень комфортно. Обратите внимание на юбку, она внешне чем-то напоминает кожу, то есть, видимо, она чем-то покрыта, то есть получается очень интересный эффект. Очень приятно в нем ходить, я бы сама ходила в нем каждый день. Очередной удачный эксперимент дизайнеров и черта фирменного почерка марки. Исключительно женский нежно-розовый цвет здесь представлен решительным и активным. Укороченные брюки с манжетами легко представить вместе с кедами, но знатоки моды наденут их с туфлями на высоких каблуках, чтобы не позволить визуально укоротить ноги. Ветровка состоит из множества деталей и сочетает в отделке несколько разнофактурных материалов. Каждая вещь этого динамичного комплекта впишется в гардероб любого стиля. Это относится ко всей коллекции Маркейн, которую теперь можно найти в магазине «Мишель» на улице Радищева, 23. Немецкое качество, итальянская страсть, французский шик. У каждой страны свои характерные особенности, которые проявляются даже в коллекциях модной одежды. Сегодня к этим чертам присоединяется еще и русский дух, ведь все вещи отобраны специально для российских женщин. Ищите лучшие проявления европейской моды и до встречи! Get.